Егорские спортсмены завоевали медали на чемпионате России по летнему биатлону. Соревнования накануне завершились в Тюмени. В заключительный день стартов биатлонисты бежали эстафеты. Мужская егорская команда, в составе которой Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Вадим Филимонов и Семен Сучилов, пришла первой. Но половину гонки наши биатлонисты были в роли догоняющих. Только на третьем этапе Вадим Филимонов смог вырваться в лидеры. Он без промахов прошел два огневых рубежа и оставил для своей команды комфортное преимущество. Так что Семену Сучилову оставалось пройти заключительный этап без грубых ошибок. Что он и сделал. Сборная Югры завоевала золото, опередив ближайшего соперника на одну минуту. Было там право на ошибку и спокойнее дорабатывать уже в конце, поэтому да, я сразу начал работать. Не на максимум, но для того, чтобы уехать и создать какой-то для себя гандикап. Женская же команда также завершила гонку с медалями, но с серебряными. Наши девушки Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова и Кристина Резцова пропустили вперед только квартет из Свердловской области. Соперницы великолепно прошли все этапы и финишировали с отрывом в 2 минуты 49 секунд. Также в женской эстафете принимала участие и вторая егорская команда, которая пришла к финишу четвертой.